Всем привет, я в магазине Fix Price. Давайте посмотрим новинки. Шарф женский. 90 на 190. Это почти 2 метра. Такой неплохой шарф. Состав 100% полиэстер. Но на вид, мне кажется, классный. Разные расцветки. 99 рублей. Леггинсы женские. Расцветка черная. 99 рублей. Размеры разные. 1,2, 3,4. 100 ден. И микрофибра. Так вот они выглядят. Наборы для шитья. 32 предмета. 30 иголок и 2 катушки. Самое необходимое. Хороший набор. 51 рубль. Стаканы с трубочками. Сафари. 77 рублей. Даже эта чашка с трубкой. 480 миллилитров. И такая расцветка. Там был жираф, а это зебра. А это больше как на леопард. Похоже. А на этой чашке у меня вся фантазия закончилась. А до этого были вот такие. Просто солнечные. 77 рублей. Смотрите, какие стаканы с трубочкой. Как паска. Стакан с крышкой, трубочкой, 670 миллилитров. Состав полипропилен. Есть такие. Есть с сердечками, как мороженое, со звездочками. 77 рублей. Новое печенье. Пополам называется. Пополамки с маком. Ой, надо взять такие. 55 рублей. 400 грамм. И аппетитные. Полотенце. Махровое. 47 на 78. На вид мне совершенно не нравится. Какое-то все лысое. Состав 70 хлопок и 30 полиэстер. По крайней мере, здесь хоть хлопок есть. Зелененькие есть, красненькие, фиолетовые. Кайма такая блестящая. Ну, на вид они не очень симпатичные. А те, которые симпатичные, 100% полиэстер. Еще полотенце. Махровая. Размер небольшой, но на вид классный. 77 рублей. 100% хлопок. 35 на 70. Вот это да. Вот это хорошее. Разные расцветки. Нежные, красивые. А еще в белом цвете. Морская тематика. И еще полотенце махровое, чисто белое, как в отелях в Турции, наверное. 40 на 70, 100% хлопок. Тоже очень хорошее качество, по-видимому. 77 рублей. А это по 199, гладко окрашенное. Состав хлопок, тоже 100%. На ощупь совсем не хлопок. И вот какая расцветка. 199 рублей. Яркая-яркая. Размер 70 на метр 10. Косметичка. На вид прям классная-классная. 99 рублей. Правда классная. На ощупь такая. Сейчас посмотрим, есть там подкладка или нет. Да, есть подкладка. Знаете, достойная косметичка.
расцветки разные. Состав полиэстер, нейлон, коричневый цвет, если видно. Мне прям понравилось. На вид как будто кожа. Конечно, не кожа, но на вид очень похоже. Сумка для инструментов. 28 на 23 и 21 сантиметр. 199 рублей. И так вот выглядит. Неплохая. Какая, покажи? Очень сегодня шумно. Так вот внутри выглядит ничего такого. Здесь вставлена металлическая, металлический пруд полностью вот отсюда до сюда. И здесь она такая жесткая. Дно жесткое. Вот таким образом выглядит. Такая усиленная, можно сказать. Есть с синими полосочками, с желтыми. Неплохая сумка. Состав полиэстер и сталь. Мини-вентилятор с кабелем USB. Освежись в жаркую погоду. Регулируется угол наклона вентилятора. Длина кабеля 85 сантиметров, 199 рублей. Вот такой вентилятор. Фигурный, что это? Вот такой симпатичный, серебряный с черным. Как я уже сказала, с USB проводом, кабелем. Ну, бывают вот такие. Здесь у нас вот такой. А бывает еще желтенький, беленький. А вот белый. И зеленый. У нас в наличии все три образца. Очень хорошо разбирают вот эти швабры. Пока я вот стояла, взяли трое. Трое, представляете, 199 рублей. Разные расцветки. И серебристые, и зеленые. И к ним еще есть дополнительно, отдельно продаются вот такие вот сами. Вот эти головочки. Сделаны в Белоруссии. 199 рублей. Пакеты для мусора с завязками. 20 штук, 60 литров. Для пищевых и бытовых отходов. И такие. Так, а чем они отличаются? Ничем. А на вид они как будто... А, вот другие. 35 литров, 30 штук, 55 рублей. 50 сантиметров, 64 сантиметра размер пакета. А это 60 и 77 сантиметров. Появились новые коллекционные фигурки животного. Верблюд. Вот такой динозавр. Кенгуру. Даже кенгуренок здесь есть. И ящерица. Варан ли? Варан, наверное. 99 рублей. Новая зубная паста. Безупречное отбеливание. Аквафреш. Экономичная упаковка. 125 грамм. 125 миллиграмм. 77 рублей. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.
конечно, пошли.